Я очень впечатлен сегодняшней лекцией. Очень приятно вообще увидеть достойного человека у нас в Самаре и почувствовать всю энергетику. И, ну, так скажем, пока одни положительные эмоции. Она дает информацию по гормональному состоянию, по общему состоянию пациента, насколько мы должны его изучать глубоко, и, конечно, я под впечатлением. Надеюсь, будем применять на практике широко, и для всех пациентов пригодится и будет полезно. Я хочу поблагодарить Никиту Михайлову за то, что организовал такой большой конгресс, семинар, конгресс, потому что очень много народу, более 60 человек. Я очень рада, что вновь посетила Самару, и у нас сегодня тоже параллельно еще один лектор читает лекцию. Очень хорошая группа, очень эмоциональные врачи, очень отзывчивые, много вопросов. Ну и хочу сказать, что это с продолжением будут у нас лекции, будут остальные приезды еще в следующем году, может быть, в этом году. Сказать, что практически безболезненно, вот, ну, пока мне все нравится, и уже на глазах стало моложе и красивее. Спасибо огромное за гостеприимство и до новых встреч!